Общественники написали заявление в прокуратуру на горе-мать, которая чуть не заморила трехлетнего ребенка голодом. Малыша обнаружили случайно родственники женщины. Они приехали к ней и были в шоке. Все мешки забиты бутылками из спиртных напитков. Это кадры из квартиры в Косинском районе. Здесь проживает мать с трехлетним ребенком. Вокруг грязь, куча хлама и антисанитария. Холодильник абсолютно пустой. Одно яйцо лежит и томатная паста. Ребенка забрали родственники в дождь в одной футболке. По двору стекла. А здесь ходил ребенок. С ребенком сейчас все хорошо. К выяснению обстоятельств уже подключились специалисты органов опеки, а также представители гражданского патруля. Они написали заявление в прокуратуру. Только вот женщина говорит, что ее подставил отец ребенка. Он давно хочет забрать сына, а сама мама давно встала на путь исправления. По словам общественников, после заявления в прокуратуру женщина навела в доме порядок, постирала вещи, повесила шторы, закупила продукты. Ребенок на данный момент находится с отцом.